Всем привет! 10-й день рыбалки встретил нас вот таким затяжным утренним дождем. Испортил немножко все планы, потому что день сегодня заключительный. Конечно же, сегодня выйду на воду, как дождик закончится, а дождик прекратится через 3-4 часа. Завтра предстоят весь день сборы, рыбалки больше не будет и предстоит долгий путь домой. Но у меня остаются, правда, надежды сегодня что-нибудь поймать. Вчера, позавчера, да и вообще все эти крайние 3 дня были по хищнику очень плохие. Берег клевало, на бель я не ловил. Друзья ездили на ночную рыбалку каждый день. Ловили ночью сомиков, леща, сазанчиков. Я не ездил, не снимал, потому что ночью на камеру снимать все равно видно ничего не будет. Это бестолку. Надеюсь, сегодня что-нибудь еще поймаю. Увидимся на рыбалке чуть позже и на воде. Все, ребят, я в палатку, уже весь промок. В палатке хорошо, тепло и сухо. Ждем прекращения дождя. Друзья, ну что, дождик закончился. Еду на точку. Будем ловить. Я здесь. Это едет Юрич. Погнали! Приехал на свою точку. Встал рядом с берегом. Хочу обловить не только дальние рубежи, но и первую прибрежную бровку. Буду пробовать. Терять время не буду. На камере осталось записи всего 1:10, поэтому буду снимать только поклевки. Друзья, первая поклевка, скорее всего, это бершик. Стало довольно-таки тепло, тучки ушли. Я не ошибся, это мелкий бершак. Соблазнился вот на эту приманочку. Друзья, в небе, надеюсь, на камеру будет видно, прям парят стая больших орлов. Сбились в кучу, как будто танцуют в каком-то танце. Друзья, сменил точку, пришел на свою старую точку. На этой рыбалке я здесь еще и не был. Здесь ямка возле берега и выход на мелячок. Не успел включить камеру, первый раз кинул пробно, но сразу поймал судачка. Буду кидать, буду пробовать. Друзья, поймал очередного маленького бершика. И пока все. Этого бершика мы отпустим. Пускай плывет, наращивает жирок. Ребята, очередной бершак или судак. Я не знаю кто. Скорее всего, берш. А может быть и судачок. Да, это берш. Либо стайка стоит, либо я его нащупал. Ребята, это не берш. Это хороший судак. Это судачок, ребята. Лишь бы его взять. Ох ты, как головой мотает. Башкой трясет. О да.
О да, ребят. О да. Либо гриппа нету, ребят. Ай-яй-яй. Иди к папочке. Все только ручками. Бляха-муха. Ай, спасибо. О, какая шахта. Ребятки. Вот зачетный судачок. А я бы сказал, отличный судачок. Кто молодец? Витя молодец. Ну, забросим еще. Есть, ребятки. Прямо около лодочки взял. Скорее всего, это опять берж. А нет. Это, ребят, маленький судакевич. Отдай хвост, сейчас отпущу. Ребятки, пускай растет. Красивый, чистенький волжский судачок. Пускай плывет. Друзья, есть? Есть. Ага. Мелкий бершак. Бершачок. Это брат берж, мой друг. Друзья, ну пока местечко раздает, я не все записываю. Берж в большом количестве. А я хотел с этого места уехать. Потому что когда сюда приехал, сначала поклевок не было. Но потихонечку. Место пока радует. Пока посижу, половлю. Как клево не будет уже, так и поеду. Последние дни рыбалки нужно довольствоваться, любить, ценить это место, эту реку и довольствоваться тем, что есть. Буду ловить, не буду терять время. А время осталось. Ой-ой-ой, как мало. Итак, заброс. Как же там глубоко? Есть, ребятки. По поведению это судак. Взял на подбросе. Это брат, судачок. Блин, все руки исколоты. Ай-яй. Либгрип утопил. Отдай приманку. Приманку. За верхнее небо засекся. Блин, какие же у него клыки. Друзья, кто молодец? Я молодец.
ты мой мордатенький. Итак, подача. Пока раздача. Ребятки, есть опять. Это Берж. Попробуем так в лодку. Красивый. Да, ребята, надвигается опять какая-то гроза. Пока стою на точке, ловлю. Ну вот прошло где-то минут 30. Была поимка трех очень мелких бершей. Судаки не клевали. И на этом пока все. Сижу, ловлю дальше. Туча черная прошла. Но еще не до конца, но чувствую, что пройдет стороной. Единственное, только ветер раздулся. Как идти на лодке при таком ветре, я не знаю. Придется трудно. Но оно того стоит. Буду ловить дальше. Сегодня крайний день ловли. Завтра, может быть, с утра еще выйду, половлю до обеда. И на этом все. Рыбалка моя заканчивается. Ловить я еще сегодня могу 1,5-2 часа, так что не буду терять время, буду кидать. Рыбалка манит, судак зовет. Друзья, ну вот и закончился мой 10-й день рыбалки на спиннинг. День начинался весьма грустно, с дождика. В итоге дождь закончился, и я решил сходить на лодке на одну из точек. В итоге был на 3 точках, которые не принесли никаких результатов. Но на одной из точек я остановился надолго и, в принципе, поймал не только судаков, но и бершей. Не знаю, смогу ли я завтра выйти на рыбалку. Мне кажется, сегодня был крайний день, поэтому, наверное, этот день заключительный. В любом случае, я еще что-то запишу. Ну а сейчас уже вышли на тропу войны комары, сосут кровь, уже свечерело, 6 часов, и я пойду потихонечку на лодочке до лагеря, готовиться ко сну и ужинать. Всем пока, всем не хвоста, ни чешуи, увидимся на рыбалке.
Вот мы на берегу.